Приветствую! Вы на канале Медвежий Барабан, канале о средствах самообороны и хобби с характером. И у нас топ-5 лучших баллончиков для самообороны. Поехали! 5 место. Black. Баллончик начинен двухкомпонентным составом, а тип распыления у него аэрозольно-струйный. Соответственно, есть небольшое сопротивление ветру. Отлично работает как на дальние дистанции, так и на ближние. Есть один минус, а точнее даже не минус, а особенность данного типа распыления. Хоть он и имеет сопротивление к ветру, но оно незначительное. Соответственно, можно ветром занести иритан себе в глаза. 4 место. Боец струйный гелевый. Его поставил на 4 место за то, что он отлично подходит для замкнутых пространств и получается узконаправленным. Благодаря густой и тягучей смеси содержимое не распыляется, а именно закрывает собой органы чувств. Состав у него однокомпонентный, а конкретно ОС, и имеет отличное сопротивление ветру. 3 место – это кортик. Тип распыления аэрозольно-струйный, имеет двухкомпонентный состав, а конкретно это ОС и CR. Кортик выпускается в объемах только 25 мл. Это его, наверное, единственный минус. Этот газовый баллончик на российском рынке, который содержит боевое отравляющее вещество CR. Соответственно, это делает его самым сильнодействующим баллончиком, который можно купить в Российской Федерации без лицензии. Но опять же, это объем в 25 мл. Поэтому только 3 место. Двигаемся дальше. 2 место. Шпага. Знаменитая шпага Эк Д'Артаньяне. Тип распыления струйный, состав двухкомпонентный ОС и CS. Отличный вариант, который воздействует на нападающего за счет начинки и быстродействующих веществ, отравляющего воздействия. Попадая на кожу и область слизистых, возникает сильное жжение. Эффект при этом сохраняется достаточно долгое время. Устойчивый к ветру, экономный, а также хорошо зарекомендовал себя, о чем говорит большое количество отзывов в интернете. Все перцовые баллончики, представленные в данном видео, приобретались в интернет-магазине «Оборона-шоп», где я приобретаю продукцию уже не в первый раз, а выбрал я данный магазин именно из-за скорости доставки и приемлемых цен. Переходите, ознакомьтесь. Продукция у них – это не только перцовые баллончики, а также аэрозольные устройства и многое-многое другое. Ссылочка на интернет-магазин будет в описании к этому видео. И первое место у нас по праву занимает «Факел 2». Кстати, относительно недавно стал его жертвой. Нет, его не распыляли на меня. Произошел казус при съемках видео. Вставочку я сейчас сделаю, сможете увидеть. После чего мне было не очень весело. Это я сейчас вспоминаю все так весело. Итак, Факел 2. Газовый баллончик на базе консистенции CS 5% и ОС 95%. Не обращая внимания на аэрозольный тип распыления, дальность поражения составляет внушительные 3 метра. Результат был достигнут благодаря увеличению пропускной способности. Как вы видели из видео, где я случайно пшикнул, к слову, совсем немного, итогом стала невозможность находиться в квартире, проветривание в течение 40 минут, долгое восстановление дыхания, очень сильно, кстати, сбивается, плюс ко всему попал себе на ногу, но не придал значения изначально, а когда начал смывать водой, эффект усилился, раз в 5, наверное, усилилось жжение. В любом случае, каждый из этих газовых баллончиков хорош по-своему. Все зависит только от вас и от вашего выбора и ситуации, для которой он нужен. Мой же выбор, в свою очередь, пал именно на шпагу, а для меня она более универсальная и больше подходит под мои нужды. А что выберете для себя вы или уже выбрали? Пишите под этим видео в комментариях, рада буду обсудить данный тему. Возможно, с моим топом кто-то поспорит, у каждого свое мнение на этот счет, но в любом случае мое мнение такое. Да, кто-то скажет, что почему я не включил сюда те или иные еще какие-либо баллончики. Есть уже хорошо себя зарекомендовавшие баллончики. Также, друзья, не забываем подписываться на группу ВКонтакте, ссылочка на группу будет в описании. А в группе вы сможете найти самые свежие новости, интересную информацию, задать вопросы и получить ответы на интересующие вас темы, а также пообщаться с людьми со схожими интересами. Предлагайте свои новости, и мы их там опубликуем. Переходите и подписывайтесь. С вами был Медвежий Барабан. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите свои комментарии. Берегите себя и своих близких. Всем спасибо, всем пока. До новых встреч!